Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Играем нашим дорогим Огрином. Он кидает гранаты и, собственно, стреляет метко и больно. Ну, по крайней мере, старается. Огрины, они такие, они стараются. Вот. Лопата, конечно же, и вот 78-301. Да, нормально как раз-таки. Было. Вот на пятых сложностях это вообще самое то. Иначе как жить? Те 20. Ну или ладно, сколько-то может быть этих элитарных врагов бежать. Сейчас подождем и понесемся. О. System records indicate that the primary smelter at Manufactorum HL1736 has been taken offline. Metaphysical corruption is suspected. Diagnose and eliminate the infestation. The Omnissiah calls you to this duty. Do not make the mistake of turning a deaf ear. Atmosphere scrubbers are functioning. This is a temporary malaise. Power workers are the best. They should be better treated. Сейчас отдохнемся от этого мусора. My instincts tell me there is more to this manufactorum than meets the eye. Locate supply elevator 91D. Descend to the smelter complex. I would object to additional backup, but that won't happen. Чё?
Стреляли рацветами. Something about yourself, Chris. You pass the time. I could tell you many things if I thought you'd come.
appreciated, even if the content was incomprehensible. For a Toma! Да, что-то как-то неудачно вообще какой-то. Слабенький против всех этих выстрелов сделать прям. Страх и ужас. Some ammo! Thank you! Switch! Just take it! I say so! You're hitting armor!
Что ж такое-то, блин? Опа-па. Настрял вот тут большой. То ли устал, то ли что-то там оттормаживает. Блин, я что ударил первого. Север верит. Видимо, не посчитал. Так. Ну ладно, мы там чуть-чуть затупили, но, блин. Где там вообще кто-то подписался?
only... Zola speaks little, fights well. Good, yes. Her dedication is evident. Блин, я ж тебя отстреливал. Ладно, shit happens. Да мне просто табачку снять. Come to play, have you, Bomber?
кидаемся лопатами. Смерть, блин, на пол сына спасли. Вот это было обидно. Сами затупили, и я что-то как-то так и побежал туда, и в общем-то все пошло наперекосяк. Ну что же, лайки, подписки, шары и прочие фуги. Если вам понравилось, то в любом случае поставить лайк, это приятно, а мне это очень полезно. И в общем-то увидимся в этой или в другой игре. Спасибо. И пока-пока. Ну и, конечно, сокруши всех, кто порочит императора, потому что император — это тот, кто хранит человечество. Да, император хранит. И пока.